Пока большие автопроизводители думают, как бы сделать моторы поменьше, да погибриднее, индустрия тюнинга закупает так называемые моторы из коробки, или Crate Engine. Большинство таких двигателей предлагает GM, но свой вариант предложило и австралийское ателье Race Cast Engineering. Это гигантский атмосферный V12. Основан он на GM-овской восьмерке серии LS. От нее взято название, диаметр цилиндров и некоторые посадочные размеры. Базовая версия развивает 755 лошадиных сил, но за доплату в $5000 предложат комплект повышения мощности до 1000 сил. Еще за 5000 блок вместо чугунного сделают алюминиевым. И еще за 5 соберут мотор 9,2 с уменьшенным диаметром цилиндров. Без учета этих опций двигатель стоит $55000. Сэкономить 26 тысяч можно, заказав кит для самостоятельной сборки. Российский офис Kia поддержал общероссийский социальный проект «Автотрезвость». Его задача – профилактика нетрезвого вождения. В рамках проекта Kia планирует распространять среди своих клиентов, а также всех пользователей интернета, интересующихся корейской маркой, информацию о негативном влиянии алкоголя на водителей и безопасность движения. Материалы доступно объяснят, почему даже минимальная доза алкоголя является для водителя недопустимой. Дополнительные полезные публикации будут доступны на сайте марки Kia. Все тематические новости планируется сопровождать официальными хэштегами. Помимо этого, в официальных дилерских центрах Kia на территории России всем покупателям автомобилей будут выдавать памятку ответственного водителя и соответствующую наклейку «Автотрезвость» под стекло машины.